С 4 по 6 июня в поселке Шушинское прошли 21-е летние спортивные игры среди муниципальных районов Красноярского края «Сельская Нива Красноярья». В соревнованиях приняли участие 43 сборные команды муниципальных районов. Сборная команда Курагинского района в общекомандном зачете заняла 5-е место. Это, в общем-то, очень хороший результат. И сложился он из хороших выступлений команд по видам спорта и из личных призовых мест. Так, футбольная команда Курагинского района заняла 3-е место. В команде играли Дмитрий Калюга, Владислав Цой, Александр Сергеев, Иван Решетников, Михаил Кыров, Евгений Сорокин, Григорий Самарин, Александр Девятеряков, Иван Дивеев, Алексей Порозов, Павел Жданов, Дмитрий Ковригин, Алексей Шилкин, Даниил Кротов, Савелий Мурзин и Олег Федоров. Курагинская сборная команда по настольному теннису впервые в истории выступления района на сельских спортивных играх заняла 3-е место. В ее составе играли Валерий Калинин, Николай Жук, Дмитрий Андронов и Елена Русакова. 2-е призовое место заняла команда шахматистов в составе Алексея Тихомирова, Виктора Олейника, Нонны Поповой. Успешно выступили районные легкоатлеты. В личном первенстве по легкой атлетике Арина Дерешева заняла 1-е место в прыжках в длину с разбега. Это очень значимый результат. Кирилл Карпов из команды Курагинского района занял 2-е место в толкании ядра. Отлично выступила на соревнованиях Анастасия Стахеева. Она оказалась самой сильной среди женщин края в своей весовой категории и заняла 1-е место в турнире по гиревому спорту.